Привет, мои хорошие! С вами мисс Лена и мисс Яна. Сегодня мы будем продолжать с вами тему о том, какие изменения у нас есть в природе весной. Посмотрите, в прошлый раз травка была зеленая, но ее было совсем мало. Листочки на деревьях еще не выросли, были только почки. А сейчас посмотрите. Посмотрите, на деревьях появились зеленые листочки. Смотрите, как красиво. Какие зеленые листочки. Посмотрите, какая выросла высокая травка, как ее много. Много одуванчиков. Сначала одуванчики желтые, посмотрите, вот как здесь. Вот, одуванчики желтые. Вот. А потом они становятся вот такими белыми и пушистыми. И на них можно подуть. Вот такие. Посмотрите. Сейчас я подую на него. Вот, вот как можно интересно дуть на одуванчике. Так. Летают бабочки, проснулись мухи, проснулись пчелки. Все они летают около цветочков и собирают пыльцу. Вот такая красота. Посмотрите, как много одуванчиков желтеньких. Очень красиво смотрятся на зеленой травке желтые одуванчики. Желтенькие одуванчики, как солнышко. Такого же цвета, как наше солнышко, которое сегодня хорошо греет. Сегодня на улице тепло. Вот такая красота. Вот такие листочки. Слышите, как поют птички? Небо голубое-голубое. Какая красота! Даже птичка пролетела. Пока, мои хорошие, увидимся в следующем видео.